Нижневартовске в этом году появилось сразу 5 новых скверов. Первый – сквер космонавтов. Его создание посвящено полету в космос нашего земляка, первого югорского космонавта Сергея Рыжикова, который жил и учился в Нижневартовске. Следующий сквер посвящен героям самотлора. В центре композиция, которая изображает знаменитых нефтяников и буровиков. Под ногами идущих людей стилизованное нефтяное пятно в форме озера Самотлор. Далее сквер спортивной славы. Там установлен монумент звезды нижневартовского спорта в виде шара со звездами, на каждой из которых имена героев спорта. Следующий сквер строителей. Здесь расположены солнечные часы диаметром 10 метров. В центре часов роза ветров со сторонами света. Если встать в середину в солнечный день, то падающая тень укажет на текущее время. И последний сквер – это сквер матери. Озелененный и уютный, как и полагается. Да. И у нас на связи Иван Селецкий, директор управления капитального строительства Нижневартовска. Иван, добрый вечер. О чем мы еще не рассказали, что еще интересного есть в этих скверах? Добрый вечер, Иван, вы в эфире. Иван, здравствуйте. В 2020 году в городе Нижневартовске было построено 5 скверов, каждый из которых обладает своей уникальной особенностью. Так, например, в сквере космонавтов установлен макет спутника «Союз». В сквере героев Самотлора размещена звезда, приуроченная к открытию самотлорского месторождения. В сквере спортивной славы, на котором мы сейчас находимся, установлены символические деревья со звездами. Всего этих звезд 70. И в будущем на каждой из них будет написано имя легендарного нижневартовского спортсмена. Спасибо вам, Иван, за информацию.